На конкурс дети читают стихи. Канаева Юлия, 9 лет, город Саров. Город Саров. Самуил Маршак. Дети спать пораньше ляг. Дети спать пораньше ляг. День последний декабря. А проснуться старше на ночь. Первый день календаря. И не в полночь утром ранее. День начнется для ребят. За окном оледенелым будет слышать скрип лопат. День начнется тишиной. Нам знакомых с прошлых зим. Шум за рамой двойной еле-еле уловим. Но ребят зовет наружу летний день сквозь лед стекла, в освежающую стужу из уютного тепла. Мы покинем кров домашний, чтоб на стрелке подлететь. Чуть зайдет на Спасской башне солнце красное, как медь. Мы помянем добрым словом годы старого уход, начиная утром ранним новый день и новый год.